39 правонарушений выявлено в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер». За три дня проведено 95 рейдов, проверено 240 охотников и рыболовов. Незаконная добыча и нарушение правил охоты, рыболовства, неправильное ношение и перевозка охотничьего оружия. Эти и другие нарушения были выявлены в ходе мероприятия. Оперативно-профилактическое мероприятие «Браконьер» проводится с целью выявить и пресечь экологические преступления, среди которых нарушение природоохранного законодательства и незаконного природоиспользования. В рамках мероприятия проводилась проверка у граждан, разрешающих документов на хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов, соблюдение правил их перевозок на право охоты, рыболовства, рубку леса и заготовку древесины. На постах системы «Рубеж» проводился досмотр автотранспортных средств. Так, за три дня было проведено 95 рейдов, проверено 240 охотников и рыболовов. В результате выявлено 39 правонарушений природоохранного законодательства. За незаконную добычу и нарушение правил охоты – 8, за незаконную добычу водных животных и нарушение правил рыболовства – 21, и за нарушение порядка ношения, перевозка охотничьего оружия – 7 фактов. По всем нарушениям составлены соответствующие административные материалы.